Набор из 30 книг My First Read Along Library. Это набор из линейки Reading Letters. Как видите, в каждом таком уровне будет по 10 книг. Первый уровень с зеленым корешком Level 1 будут очень большие яркие картинки, понятные структурные предложения, и они будут очень короткие. Для тех, кто только начинает, посмотрите, какие самые разнообразные есть варианты. Чем мне нравится этот набор, тут очень не банальные тематики, герои и вообще истории. Что-то новенькое, очень приятные книжечки, приятно держать в руках с глянцевыми, красивыми страничками. Соответственно, в уровне 2 и 3 предложения будут удлиняться, количество лексики будет больше, и, соответственно, новый вокабуляр будет ребенок подбирать и уже из этого уровня. От уровня к уровню предложения становятся чуть длиннее, структурные единицы грамматические чуть сложнее, но это проходит незаметно для ребенка. Посмотрите на эти очаровательные иллюстрации, и выбор героев просто великолепен. И, соответственно, к третьему уровню, это уже для тех, кто уверенно читает, кто натренировался в самостоятельном чтении и может уже полный фокус обратить на, собственно говоря, историю, на смыслы и развитие событий.